Представляем вашему вниманию экономический календарь на четверг. Этот день обещает быть насыщенным на экономические события. Рынки Японии в этот день будут закрыты. В стране празднуют День зелени и природы. Первые данные мы получим в 5:45 утра. Будет представлен индекс доверия потребителей Швейцарии за апрель. В соответствии с последним опросом, индекс настроения довольно сильно улучшился. Индекс превысил свой долгосрочный средний уровень. Затем мы получим несколько данных по индексу PMI в секторе услуг за апрель. Индекс PMI Италии будет представлен в 7:45 утра. Итоговые данные по индексу PMI Франции мы получим спустя 5 минут после этого. Данные Германии по индексу PMI мы получим за 5 минут до 8 утра. И к 8 утра будет представлен индекс PMI еврозоны в целом. В 8:30 утра будет представлено несколько отчетов по экономике Великобритании. Среди них данные по индексу PMI в секторе услуг за апрель. К этому времени мы также получим данные по объему чистых займов частными лицами за март. Предыдущий отчет показал небольшое увеличение, однако на этот раз мы ожидаем некоторый откат. К 9 утра будут представлены данные еврозоны по розничным продажам за март. В феврале после трех месяцев ежемесячных снижений объем продаж увеличился на 0,7%. В 12:30 по Гринвичу будут представлены данные по экономике США. Все внимание трейдеров доллара США будет приковано к этим данным. Именно к этому времени мы получим обновленную информацию по уровню безработицы в США. По итогам недели, завершившейся 22 апреля, был зафиксирован рост на уровне 14 тысяч. К этому времени мы также получим данные по торговому балансу США за март. В феврале торговый дефицит сократился почти на 10% по сравнению с январским уровнем. И последние данные в 12:30 по Гринвичу мы получим по уровню производительности и затратам за первый квартал. Годовой уровень продуктивности увеличился на 1,3% в последнем квартале прошлого года. Что касается затрат в несельскохозяйственном секторе, был зафиксирован рост на уровне 1,7%. В 12:30 по Гринвичу мы получим также очень важные данные Канады по торговому балансу за март. В течение последних трех месяцев мы наблюдаем торговый профицит. Однако в феврале мы отметили спад. В 2:00 по Гринвичу мы получим данные по производственным заказам США за март. За последние три месяца количество заказов увеличилось. Президент ЕЦБ Марио Драги выступит в Лозанне в 16:30 по Гринвичу. Затем в 8:25 вечера глава Центрального банка Канады Стивен Полос также выступит с речью в Мексике. И в половине второго утра мы получим заявление по монетарной политике со стороны Резервного банка Австралии. И последний отчет представляет собой большое значение для трейдеров новозеландского доллара. Выйдут данные по инфляционным ожиданиям за второй квартал. С вами был я, Джек Эверетт. Вы смотрели обзор новостей экономики на четверг. Завтра мы представим вашему вниманию экономический календарь на пятницу. На сегодня все. До свидания.